Мне, чтобы его найти, мне нужно понимать, откуда лететь. Поэтому мы будем сейчас искать Чернобыль, а вы мне подскажете заодно, правильно? Не, можно и на карте выбрать, но я же не шарю, где там что. Борисполь мы нашли. Нам нужно лететь в сторону чего? И, ой, ля, борт какой-то летит. Главное ни с кем не столкнуться. В какую сторону лететь? Почему карта здесь не прогружается? А насколько далеко? Там по-любому есть... Вот, в Чернигов. Нормально? Если мы до Чернигова полетим. Вот, и мы по-любому через него, по идее, полетим. Нет? Или он вот сюда, в эту сторону. Время полета, но у нас, мы, конечно, не полетим по полному времени, потому что это просто будет мега долго. Самолет у нас МБА, Дахер ТБМ-930. Еще кайфный самолетик. Я на нем летал, мне очень понравился. Наша задача что? Наша задача найти Чернобыль и Припять. Типа, ЧС, я не знаю, видимо или нет, если она тут или нет. Но, блин, Припять по-любому должна быть на карте. Я больше чем уверен, что Припять по-любому будет. В принципе, можем стартовать. Ага, нам после взлета нужно будет еще вправо, да, давать четко. Чат, следите за картой, пожалуйста. Кто там ответственный по картам у нас? Почему он вправо дальше не берет? Приборочка, все хорошо. И, собственно, вперед. Надеюсь, нас не снесет сразу же, да? Нам сколько нужно? Нам нужно приблизительно 55 узлов, чтобы разогнаться и взлететь. Поэтому погнали. А тут что, полоса заканчивается? Полоса заканчивается, ё-моё. Чат, пристегните ремни. Мы убираем закрылки. Я вас поздравляю с удачным взлетом. Еда будет позже. Так, ну, собственно, взлет был нормальный, но мы отклоняемся от курса. Будет сейчас разворот, возможно, вас потрясет в салоне. Не обращаем внимания. У нас будет небольшой разворотик. Пилот у нас опытный, с многолетним стажем. Туалеты откроются через 20 минут, когда мы выйдем на крейсерную скорость. Показываю карту, чат. Вон какой-то город. Что вот это за город? Давайте чуть-чуть притормозим. Это оно? Я не думаю, что это оно. То, что нам нужно, нет? Или это оно? Не, это просто какая-то деревня, да, видимо. Вряд ли уж это оно. Че, нам левее, да, еще тогда дать надо? Я вообще не вижу ничего похожего на город. Хотя вон там справа какие-то здания. Вон там справа что-то, чат. Вы видите это? Что это за дом? Поднимаемся еще выше, потому что ничего не видно. Туда? Чуток левее. Но он какие-то дороги, я не знаю. Нет, левее точно город не вижу. Он единственное какие-то дома, но это не дома, это какие-то, не знаю. Ах, не видно вообще ничего. Слева точно ничего, справа просто какие-то домики, но это вряд ли.
Еще набрать надо высоту. Вот это что такое подо мной прям? Заброшенное что-то. Похоже на заброшенный аэропорт какой-то. И вон там что-то непонятное, кстати. У меня топливо 44% осталось, держу в курсе. Вот это что такое? Прям под нами, это что? Вон она, чат. Вон она. Это оно, да? Это же по-любому оно. Но если это не Припять, то я не знаю, что это. Да, это, походу, дело она, чат. Чё у нас по топливу? Чё у нас по топливу? Ай, ладно, хер с топливом. Главное, что мы долетели. Лё, целое... В натуре... Ну, Припять добавили, блин. Припять они сделали. Конечно, скорее всего, это 3D-модели какие-то. Типа, ну, не реальных зданий, конечно. Так, реактор будет восточнее. ЧС будет восточнее от Припяти. Но мы сейчас хотим... Я хочу над Припятью полететь. Офигеть, она вся заросла. Смотри. Она вся в деревьях. Смотри, она как за... Там машины ездят. Это... Это точно Припять? Ну посмотри, город они сделали реально, ну, заросший весь. Что там машины делают, я не знаю, конечно. Но выглядит жутко, да? Так, подожди, я хочу развернуться. Тихо, 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 маленький. Почему я опять с этими лечу? Это по-любому она. Посмотри, там все заросшее. Посмотри. Здесь я был в других городах. Здесь там нет такого. Подожди, давай чуть-чуть сбросим. Патрули военные, думаешь? Ля, вообще жесть. Че с Припятью? Она просто здесь заросшая вся. Это она по-любому. Тихо, 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 тихо. Ты куда? Офигеть. Офигеть. Так, ну до Припяти мы долетели. А вот он и реактор, наверное. Вот здесь, наверное, да, ЧС? Можно медленней? Они ее не нарисовали, короче. Они ее, видимо, не нарисовали полностью. Вот он, ваш реактор, чат. Да замолчи ты, ёпта. Вот здесь должна быть, вот здесь должна быть ЧС. Она нарисованная. Ну да, это сверху, если смотреть. Но там дырка, да, какая-то. Это, видимо, ну, собственно, и пролом. Тихо, мы идем на разворот, надо посмотреть. Что такое? Опять у меня закрылки. Я не понимаю, почему он выпускает их снова. Сейчас посмотрим.
Ну вот это оно по-любому. Чекайте. Ближе не получится, наверное, посмотреть. Сейчас мы развернемся, еще раз пролетим над ним, посмотрим уже вот в таком виде, наверное. Не, ну круто, круто. Все равно то, что есть и Припять, и как бы сама ЧС. Ой, блядь, нас заваливает. На саркофаг. Да не получится приземлиться, там такие скорости, что пипец. Тихо, тихо, тихо. Его ветром сносит. Офигеть его, как ветром сносит. Короче, жуткая дичь, если честно. Давайте еще Припять посмотрим еще разочек. Это просто жесть. Она вся заросшая. Посмотри, она вся заросшая. Не, забавно, забавно. Ой, тихо, тихо. Чуть не сдуло, блин.